Приветствую вас на нашем канале, канал самых оперативных, увлекательных, познавательных, интересных, а самое главное, актуальных и популярных новостей в сети. Недавно некоторые сомнительные средства массовой информации распространили слух о том, что якобы просто шикарнейшая, прекраснейшая актриса Екатерина Климова разошлась со своим супругой Гелой Мецки. И естественно, что эта информация не нашла своего подтверждения. Известно все-таки, что пара, кстати, разъехалась просто на некоторое время. Однако, произошло это событие не в семейной жизни супругов, а на съемках сериала «Опекун». Вот так вот актеры с полной серьезностью отнеслись к своим ролям, поэтому каждый обустраивался в отдельном вагончике. Тем самым они решили лишний раз не пересекаться на съемной площадке. Вот это уровень, да, вот это левел. Да, как бы вот настолько вживаться в роль, настолько преданно относиться к своей профессии, как бы это просто замечательно. А так бы каждый относился к своей профессии, да. Ну, нет, я понимаю, как бы, что в нашей ситуации, как бы, любимая профессия может быть очень низкооплачиваемой. То есть, там, учитель, да, педагог, например. Но, кстати, Медведев сказал, да, что ничто не мешает педагогу заниматься бизнесом, собственно говоря. Вот. Но вернемся к нашим героям. Вот, как бы, на личных отношениях пара решила не заостряться в процессе работы. Как считает постановщик, это, несомненно, поможет им лучше вживаться в роль. Ну, кто бы спорил, я не буду. Желаем этой паре долгих лет существования совместного. Побольше съемок все-таки может, возможно, не в сериальных проектах, а в полных метрах. То есть, собственно говоря, и все. Смотрите качественное кино, подписывайтесь на наш канал. Счастливо!